Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Томас Лунни родился в Корнуолле. Английский художник-живописец, в основном писавший морские пейзажи, ну и различные другие работы, основанные на морской тематике. Я пользуюсь переводной Википедией, поэтому, может быть, как-то криво переведено. В возрасте 11 лет Лунни уехал из Корнуолла в Лондон. Там он стал учеником Фрэнсиса Холмана, художника-мариниста, который оказал большое художественное влияние на Лунни. Лунни оставался до 1780 года в лондонской студии Холмана. В сентябре 1777 года Лунни отправился во Францию. Маловероятно, что Лунни присутствовал при битве на Ниле в 1798 году и бомбардировке Алжира в 1816 году, которые он проиллюстрировал с драматической атмосферой и правдоподобным реализмом. Томас Лунни часто выставлялся в Королевской академии в общей сложности на 29 выставках. Между 1780 и 1802 годами познакомился с мистером Мерлом, торговцем и изготовителем картин, который более 20 лет продвигал картины Лунни и добился большого успеха. Лунни нашел приличный источник бизнеса на Линдей-Холл-стрит, где находилась штаб-квартира британской Ост-Индийской компании. Офицеры заказывали Лунни много картин и портретов. Лунни иногда приглашали в качестве гостя на корабли компании и в особых случаях в путешествия. К 1807 году Лунни страдал от артрита обеих рук, но это никак не повлияло на качество или темп его художественных работ. Он создал более 3000 работ, умер он 30 сентября 1837 года. Образцы его работ выставлены в Национальном морском музее в Гринвиче, в Королевском мемориальном музее Альберта в Эксетере и в музее моряков Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Вот так вкратце из переводной Википедии об английском художнике Томасе Лунни. Пока-пока, до свидания.